здравствуйте. Это очередной выпуск «Пилот ТВ» – программы для людей, влюбленных в небо. Спонсор выпуска – компания «Аэроволга». Ла-8 – лучшая амфибия в своем классе. 8 человек в комфортабельном салоне. С вами Александр Швыдкин. От винта. Политики ссорят, авиация мирит. Польский авиационный бензин Б-91-115 в мнениях российских авиаторов. Навстречу октябрю. Труженики Самарского научно-производственного объединения «Аэроволга» рапортуют об успехах. Российский дебют австрийца. В Екатеринбурге поднялся в воздух самолет «Даймонд ДА-40» российской сборки. Олимпийский резерв. Выставка аэропортовой инфраструктуры пройдет вскоре после Сочинской Олимпиады. В час по чайной ложке. Новый сверхлегкий самолет из Великобритании отличается непревзойденной экономичностью. Карты в руки. На сайте «Пилот ТВ» открыт новый раздел «Справочник аэродромов авиации общего назначения». Один из парадоксов российской действительности состоит в том, что, будучи нефтяной державой, весь авиационный бензин мы импортируем из-за границы. Причем как-то так сложилось, что у частных пилотов на уме только «Авгаз» стоил «Л», а польский Б-91-115 незаслуженно обойден вниманием. Но сейчас мы постараемся это исправить. Есть мнение, что польский авиационный бензин – подделка вроде казанской смеси, и что делают его из автомобильного путем добавления тетраэтилсвинца и красителей. Но парадокс в том, что именно в Польше на нефтеперерабатывающем заводе в Плотске делают авиабензин Б-91-115, практически не отличающийся от советского, что подтверждено результатами различных многочисленных испытаний. В Россию его поставляет компания «Эрвин». Сказать, российские производители, сейчас мы не производим бензин, авиационный бензин. Так что нам приходится пользоваться бензином польского производства. Б-91-115, ну, он соответствует требованиям ГОСТа к авиационному бензину. Вот. Качество, ну, по качеству проблем не было. С 2006 года мы его используем в Савском летном училище гражданской авиации. Польша – страна советских авиационных технологий. Именно в Польше строили самолеты Ан-2, Як-12 и Вильга, выпускали моторы АИ-14 и АШ-62. Соответственно, были заимствованы технологии изготовления авиационного бензина. И когда в России выпуск авиабензина был прекращен, в Польше он сохранился в прежнем виде, словно в заповеднике. Но когда специалист оценивает качество авиационного топлива, единственное, что он может сказать, это то, что с бензином нет проблем. По качеству бензина нет претензий, в смысле сертифицированной лаборатории нам выдают паспорт качества. И, как вам сказать, показатели, может, чуть-чуть отличаются по, как тебе сказать, по диапазону допустимых пределов, но все входит. Всем известная и даже знаменитая пилотажная группа «Первый полет» летает на самолетах Як-52, Як-54, Су-31 и Як-18Т. И, естественно, использует Б-91-115, как и положено, для моторов М-14П. Полеты пилотажной группы – дело серьезное. Безопасность показательных выступлений и перелетов возведена в принцип. И польский бензин ни разу не подвел. На Б-91-115 мы летаем уже 2 сезона, точно, да. На нем отлетали все соревнования, в том числе чемпионат мира. Все показательные программы, все перелеты. Бензин показал себя прекрасно, великолепно. Вот. Никаких отказов. Никаких скачков давлений топлива никогда не было. В этом году компания «Эрвин» поставила в Россию более 3500 тонн бензина Б-91-115. Покупателями являются аэропорты, летные училища, предприятия «Газпрома», «Лукойла», Министерство обороны, лесоохрана, ДОСАФ и частные лица, предпочитающие проводить выходные в небе, а не в автомобильных пробках. Большинство потребителей эксплуатируют советскую технику, прежде всего Ан-2, Як-52 и Як-18Т. Экспериментировать с автобензином они не хотят, ибо горьким опытом уже научены. Из фирмы «Эрвин», которая занимается непосредственно вот именно топливозаправочная такая фирма. Мы с ней сотрудничаем очень давно, и она конкретно вот занимается поставкой нам бензина. Она закупает в Польше, привозит нам, уже готовы. Мы не заморачиваемся, мы все делаем как вот по договору.
другие бензины, вот, например, такие как 95-е, некоторые компании заменяют, делают доработки и заменяют. Я считаю, что этот бензин просто-напросто изнашивает двигатели. Они долго не работают, двигатели. Приходят в негодность. Ну, если этим компаниям не жалко, свои самолеты пускали, тает хоть на 82-м. С отечественными моторами все ясно с самого начала, но есть и более интересный факт. Значительная часть моторов Lycoming и Continental сертифицирована под B91-115, а знают об этом не все. Недавно в составе пилотажной группы «Первый полет» появился новый самолет – двухмоторный Piper 23-250. Какое-то время Piper с моторами Lycoming эксплуатировали на Avgas 100LL, но затем смело перевели на польский B91-115 и не ошиблись. Так уж исторически сложилось, что по рекомендациям ГосНИИГА в России стал доминировать Avgas 100LL. Он даже настолько сделался популярен, что вошел как бы в норму, всякое отклонение от которой кажется подозрительным. Но если рассуждать логически, то B91-115 польского производства как минимум не хуже. Тем более, что на него имеются все необходимые по российскому законодательству результаты исследований и испытаний, в том числе квалификационные. Бензин сертифицирован и включен в перечень зарубежных горюче-смазочных материалов, рекомендованных к применению на авиатехнике отечественного производства. Поэтому есть основания полагать, что монополия Avgas 100LL на российском рынке рано или поздно будет поколеблена. Александр Швыдкин, Владимир Кривко, Дана Остапчук. Пилот ТВ. Компания «Эрвин» – единственный в России поставщик авиационного бензина B91 и официальный партнер пилотажной группы «Первый полет». «Эрвин» – вместе с вами на одной высоте. Пока Министерство промышленности и торговли решает, кому из отечественных производителей дать денег на возрождение малой авиации, производители по доброй традиции отмечают праздник Великого Октября новыми трудовыми свершениями. Труженики научно-производственного объединения «Аэроволга» рапортуют о своих успехах в честь 96-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. 7 ноября 2013 года очередной новый гидросамолет-амфибия «Ла-8» с заводским номером 009 поступил на летно-испытательную станцию предприятия. После активации пилотажно-навигационного комплекса и проверок всех систем, экипаж в составе пилотов Сергея Алафинова и Дмитрия Суслакова поднял самолет в небо. Полет прошел штатно. Выполнена программа по определению индивидуальных особенностей самолета. В ходе испытаний отклонений не выявлено. Все системы отработали штатно. До конца месяца, после проведения полного цикла сдаточных испытаний и предпродажных регламентов, самолет будет передан заказчику для работы в акватории Индийского океана. Продолжается подготовка кругосветного перелета «20 тысяч лье над водой». В феврале стартует курс обучения кандидатов. Программа переподготовки для тех, кто уже имеет пилотские свидетельства, начнется в мае. Подробности на сайте oceanicflight.com, а подать заявку можно и на нашем сайте pilottv.ru. Труженики Уральского завода гражданской авиации не успели победно отрапортовать к славной дате. Видимо, подвели смежники. Ведь на заводе освоено производство самолетов зарубежной разработки, а это привнесло трудности в работу коллектива. 11 ноября состоялся первый полет легкого самолета Diamond DA-40, собранного на Уральском заводе гражданской авиации в Екатеринбурге. За полетом наблюдали министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и глава Минпромнауки Свердловской области Владислав Пинаев. До 2017 года Уральский завод гражданской авиации выпустит около 200 одномоторных ДА-40, которые будут использоваться в учебных целях. Следующим этапом станет организация производства двухмоторных Diamond DA-42 Twin Star. Перспективной площадкой для серийного выпуска и выполнения испытательных полетов самолетов Diamond выбран аэродром Уктус под Екатеринбургом. Предстоящий год запомнится россиянам прежде всего Олимпийскими играми в Сочи. Не умаляя значимости этого события, хотим обратить ваше внимание на другое мероприятие, которое состоится практически вслед за Олимпиадой, своего рода показательные выступления в выставочной индустрии. Речь пойдет о NAIS CA, специализированной выставке, посвященной развитию инфраструктуры аэропортов, аэродромов и вертолетных площадок.
4 марта 2014 года в Московском международном выставочном центре «Крокус-Экспо» стартует первая в России выставка, посвященная развитию инфраструктуры аэропортов, аэродромов и вертолетных площадок гражданской авиации России и СНГ NAIS-CA. Выставка пройдет при официальной поддержке Федерального агентства воздушного транспорта. Ну а напрямую подготовкой мероприятия занимается одна из самых ведущих в мире компаний выставочной индустрии Reed Exhibitions. Reed Exhibitions не новичок в авиационной отрасли. Я уж не говорю, что несколько лет назад мы авиасалон в Юго-Восточной Азии проводили, но сейчас у нас есть выставка и в Дубае аэропортовская, есть выставка самолетная в Гамбурге, она называется Aircraft Interiors. Есть ряд других, есть выставки вертолетные и так далее. То есть тут как бы мы не с зеленого поля начали. Но что самое главное, мы достаточно глубоко проанализировали рынок на предмет существующей потребности вот в платформе, в площадке для общения и для консолидации знаний, для последующего их распространения. И вот когда мы все это спроецировали, выпало буквально несколько тем, как шариков в лотерее. И в частности, аэропортовская инфраструктура была одной из них. Приветливы ли за стойкой регистрации сотрудники авиакомпании? Удобна ли тележка для перевоза багажа? Насколько эффективны системы проверки безопасности? И многие другие, казалось бы, мелочи, от которых зависит не только работа аэропортов и авиаперевозчиков, но в первую очередь комфорт и безопасность клиентов. Поэтому двери выставочного зала открыты для всех, от производителей оборудования и технического обеспечения аэропортов до компаний, предоставляющих IT-услуги и топливозаправочные комплексы. Не останутся без внимания и авиационные образовательные учреждения, и агентства по подбору персонала. Площадь выставки составит порядка 3000 метров. По замыслу организаторов, аудитория NAIS охватит не только Россию, но и Германию, Францию, Бельгию, Нидерланды, Великобританию, США, Китай, Корею. И хоть, естественно, основными экспонентами выставки будут российские производители, около 30% участников составят иностранные компании. Для нас эффективность – это то, что посетитель, который приходит, и участник, точнее, посетитель, мы на самом деле там среди себя не используем слово посетитель, мы используем слово участник либо делегат. Он уходит с мыслью о том, что он здесь получил что-то, что он не мог бы получить из другого источника. Сейчас, особенно в условиях экономической такой непростой ситуации, все заговорили о возврате на инвестиции, все заговорили о ценности, которую они получают от того или иного мероприятия. Это для нас важно. Казалось бы, какой интерес предстоящая выставка может вызвать у частных пилотов? Но организаторы успокаивают. Внимание будет уделено и бизнес-авиации, и авиации общего назначения. Всегда нужно смотреть в будущее. Не исключено, что в самое ближайшее время аэропортовая деятельность в России станет более многообразной, и частникам на легкой технике в ней вполне найдется место. Более активное использование грунтовых полос порождает потребность в специальном для них оборудовании, новых правилах и нормативах. Вот и получается, что на предстоящей выставке каждый может найти что-то свое, что-то для себя. У нас нет цели нагнать туда тысячи и тысячи человек. Это стереотип, когда успех выставки оценивается по, насколько заполнены проходы. Наша задача, чтобы экспоненты на своем стенде, каждый человек был занят от и до, и чтобы он сидел и с нужным человеком разговаривал. Выставка, наиболее близкая на ISCA по духу и формату, проводится в Дубае. Airport Show в Дубае. Первоначально выставка носила локальный характер и была предназначена для развития одного аэропорта в Дубае. К настоящему времени выставка превратилась в событие регионального масштаба. Она обслуживает интересы правительств и представителей аэропортов на Ближнем Востоке, Северной Африке и Средней Азии. В 2014 году выставка будет проводиться в 14-й раз. NAIS имеет все предпосылки стать событием не меньшего масштаба с учетом потенциала аэропортового рынка России и СНГ. До открытия первой в России выставки инфраструктуры аэропортов, аэродромов и вертолетных площадок на ISCA осталось всего несколько месяцев. И учитывая ее необходимость и значимость, впору без иронии, как и до открытия Олимпиады, считать дни. И хоть любое начинание всегда дается с трудом, в конце важен только результат. А именно на него организаторы и рассчитывают. Дана Остапчук, Пилот ТВ. Мода на аббревиатурные названия вроде iPhone или iPad быстро проникает в авиацию. В Великобритании состоялся первый полет сверхлегкого самолета под названием «Иго». Кроме названия, в самолете есть и другие инновации технического характера.
Британская компания Ego Airplanes подняла в воздух первый прототип Ego – сверхлегкого одноместного самолета, выполненного по схеме утка. Самолет построен из композиционных материалов, причем, как утверждает разработчик, абсолютно безопасных для здоровья. Но главная особенность Ego – его двигатель – маломощный поршневой Ронтон Ego, который в экономичном крейсерском режиме выдает всего 30 лошадиных сил, а расход автомобильного бензина при этом составляет 6,5 литра в час, на взлетном – 10. Самолет способен пролететь 611 километров на крейсерской скорости 185 километров в час, имея запас топлива всего 25 литров. Ego чрезвычайно легок, его пустой вес составляет 115 килограммов, но он может летать с перегрузками от плюс 4 до минус 2 единиц. Вертикальная скорость набора может доходить до 4,5 метров в секунду. Предусмотрено интересное решение авиатренажера. К самолету подсоединяют компьютер, и пилот, находясь в кабине, отрабатывает полет по электронным приборам. Компания уже получила первый заказ на самолет. Его поставка намечена на 2015 год. Обновление сайтов чаще всего дань моде, так же, как и обновление гардероба. Но нам в Пилот ТВ капризничать перед зеркалом просто некогда. Поэтому, если мы что-то меняем, то исключительно ради общей пользы. На сайте pilottv.ru открыт новый раздел «Справочник аэродромов и взлетно-посадочных площадок авиации общего назначения». На сегодняшний день раздел «Аэродромы» содержит 50 объектов, по которым имеется самая необходимая информация. Если вы не найдете в нашем перечне свой аэродром, присылайте администратору сайта его данные, регион, четырехбуквенный индекс, координаты контрольной точки и телефон руководителя полетов. В дальнейшем мы добавим и другую информацию, например, частоты и радиопозывные. А пока будем наполнять раздел и совершенствовать его. Предложения подработки принимаются. Up to 32 miles per gallon, chances are you'll need refueling before it will. The BMW 5 Series. The ultimate driving machine. Мечта приобщиться к чему-нибудь военному не покидает пилотов авиации общего назначения. Сегодня в рубрике «Без комментариев» очередная попытка маленьких дорасти до больших. Посадка сверхлегкого самолета на палубу торгового судна. А я с вами прощаюсь. Заходите на сайт pilottv.ru и осторожно осваивайте новые, более сложные виды полета. В студии был Александр Швыдкин. Увидимся. От шумной пристани отчалил и закружил меня он вдруг, меня он закачал, а за кормой уплывал веселый мор вокзала. Белый теплоход, гудка тревожный бас кричает за кормой сияние синих глаз, а белый теплоход, бегущая вода. Бежали волны за кормою, и ветер ласковый морской развеселясь играл с тобою. И засмотревшись на тебя, не знаю почему, я в этот миг как никогда завидовал.